ребята, с вами я, Джама, и сегодня я снимаю для вас видео всякие декоративные штучки для моей комнаты. Сегодня будет хол. На самом деле, меньше месяца осталось до Нового года, и я решила, что моей комнате пора все-таки превращаться в какую-то новогоднюю атмосферу. По этой причине я понакупала себе всяких разных прикольных штучек, которые я бы хотела сегодня вам показать. Кстати, я решила, что чуть-чуть как бы воссоздам вам такую атмосферу Нового года, чтобы, смотря это видео, хоть немножечко появлялось какое-то новогоднее настроение. Так что, если она у вас появилась, ставьте пальчики. А мы начинаем. На самом деле, покупки не все с одного магазина, с разных магазинов. Что-то я не помню, где купила, что-то помню. Но, в общем, все, что помню, я буду вам показывать и рассказывать. Первый магазин, конечно же, это Фикс Прайс. На самом деле, в прошлом году я покупала там кучу всего. Но в этот раз я решила, что нет, Джама, нет. Итак, первое, что я там купила, вот такую вот упаковочку для подарков. Я хочу в этом году сделать подарки. Ну, в прошлом я тоже делала, но в прошлом я как дурочка купила совсем маленькую упаковку, и потом пришлось второй раз ее докупать. В этот раз я взяла побольше, и я думаю, что ее хватит на все подарки. Так что да. Подарки я упаковываю всегда сама. Мне это нравится, в принципе, весь сам процесс. Если вам будет интересно, как я это делаю, я сниму такое видео. Следующее. Мне безумно понравились вот эти вот наклеечки. Каждый год в Фикс Прайсе появляются какие-то новые, красивые. Вот эти вообще, они прям, знаете, такие объемные и прям настолько мимимишные. Они мне так понравились, что я решила, что я их возьму. Вообще, мне кажется, они реально очень клевые, прям они мне реально нравятся. Следующее, что я купила в Фикс Прайсе, вообще... Я не знаю, можно ли на это надеяться или нет, но такие вот штучки, это елочки, это типа гирлянда в виде елочек. Я вообще не знаю, будет ли она работать или это просто какая-нибудь фигня, которая поработает час и перестанет. Но мне очень понравилось, и в смысле, мне очень понравились вот эти вот елочки. Я все-таки надеюсь на то, что они будут работать, потому что я хочу украсть ими свою комнату. Она, наверное, не совсем длинная. Так, сейчас, секунду. Да, она вообще не длинная, как бы коротенькая. Она вообще не длинная, как вы видите. Ну, думаю, где-нибудь вот тут мою полочку ей можно украсть. Но мне кажется, если она будет работать, она работает через батарейки, как я поняла. Ну да, сюда нужны большие две батарейки. Ну посмотрим. 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 Может быть и заработает. Следующее, что я купила, это вот такие вот штучечки. Собственно, для самой упаковки. Так как... хочется, чтобы все было красиво, празднично и все дела, то, в общем, купила такие вот штучки. Они на двухстороннем скотчике вот так вот прилепляются. Мне кажется, они подойдут сюда. Не знаю. Зеленых не было, по-моему, но я взяла синенькие. А вот эти коктейли, я не знаю, что это. Сейчас мне интересно. А, это, наверное, просто ленточка. Да, это просто ленточка, обматывать как бы тоже будет полезно. Да. Ну, я хотела себе очень давно, и я ее... Как-то раз я зашла в Фикс Прайс, по-моему, за гуашью, и у меня были деньги только на гуашь. Я очень хотела купить эту штуку, но у меня не было денег. Я еще боялась, что когда я приду, их уже не будет. Боже, я очень хотела себе такую вот кружечку. Она очень красивая, здесь написано Happy Holidays, счастливых каникул. Она очень крутая и, знаете, она стоила 77 рублей. Да, эти баночки были популярны раньше, сейчас, наверное, уже нет. Но она очень клевая, мне кажется, она практически ничем не отличается от тех баночек, которые продают за 500 рублей, кажется, или за 1000. Я вообще не интересовалась, сколько они стоят, мне просто очень нравилось, и я давно себе что-нибудь такое хотела. И купила. Правда, она, кажется, немножко воняет, но если ее прокипятить, я думаю, что будет супер.
Эту штуку я так себе хотела. Я даже искала, я хотела заказать такую штуку с Алиэкспресс. Боже, я очень хотела. На Алиэкспресс такая фигня стоит 500 рублей, а здесь она стоит 200. Сэкономили 300 рублей. И, собственно, вот это вот все ожидание. Мы сэкономили время и сэкономили деньги. Я сэкономила время и сэкономила деньги. Там было очень много всяких по размеру разных и всяких таких вот штук. Мне очень она понравилась. Сейчас я ее даже открою. Блин, мне нужно что-нибудь острое. А, все. Я уже искала что-нибудь остренькое. Но она настолько, я не знаю. Вообще, как это смотрится ее? У меня просто комната, мебель вся такая коричневая. Я подумала, что она будет очень красиво, гармонично смотреться. Я реально очень давно себе такую спокойную хотела. И прям была очень рада. Там маленькие и большие, прям суперские. Так, вот такие снимаем. Тут, в общем, как я поняла, фотографии снимаются. Да, и тут вот такая вот картоночка на ней. Ну, в общем, фотографии, кстати, сами по себе тоже очень красивые. Но я думаю, что я не буду оставлять их. Я хочу повесить даже что-нибудь новогоднее, возможно. Возможно, повешу свои фотки. Ну, смотрите, сейчас я все вот так вот от пищеточек отцеплю. Так, сейчас. Секунду. Вот так вот она выглядит. Без, по-моему, очень даже прикольно. Ну, она, наверное, ее, наверное, можно заменить. Если не нравится, наверное, может, только новогоднее поставить. Ну, блин, я была настолько счастлива, когда нашла это, что просто была готова кричать от счастья. Посмотрите, это же просто великолепно. Я очень рада, и в скором времени, наверное, засниму видео, как я буду украшать свою комнату и буду вешать эту штучку. Я еще купила такую вот штучку, дрючку. Такая вот ленточка, она достаточно красиво смотрится. Не знаю, что я буду с ней делать, но что-нибудь придумаю. Вот. Ей, наверное, тоже можно подарки упаковывать. Ну, посмотрим. Так. У меня помимо новогодних также есть просто какие-то штучки декоративные, которые я покупала в свою комнату. Хочу начать с них. Первое, чем обязательно хочу похвастаться, просто посмотрите, какая шикарная машинка. Она просто супер. Она просто очень красивая, она очень тяжелая и очень красиво смотрится. Посмотрите. Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Она прям такая в стиле 80-х. Вот, прям очень красивая, и она мне прям реально нравится. И я ее поставлю себе на полку. Вот, это, конечно, не декоративно, но я просто обязана ее показать. Я купила себе, наконец-то, шкатулку, в которую складываются колечки, куда складывается вся вот эта вот лабуда. У меня шкафчик отдельный, в котором все вот так вверх дном, а тут такой милый диванчик, он мне так нравится. Я потом поближе все вам покажу, и прям... Смотрите, какой велик крутяцкий. Тут такие цветочки. Они, по-моему, снимаются. Да, они снимаются. И сюда можно положить, ну, все что угодно. Я не знаю, может быть, я уберу цветочки, положу сюда что-то другое, но велик великолепный. Наконец-то в моей комнате в этом году будет елка. Посмотрите, у меня есть такая вот маленькая елочка. Она уже украшена, конечно, она не прям супер-мега крутая. Но думаю, что для комнаты пойдет. Вот также у меня есть вот такие две елки. Они вот так выглядят, они вешаются на стенку. То есть их украшаешь, они вешаются на стенку. Ну, не знаю, буду ли я их вешать на стенку, так как я купила еще вот такую штучку. Красивую, я бы хотела ее повесить вот сюда. Мне кажется, будет очень красиво, и она прям... У меня в пижамных штанах, отлично. Она прям очень крутая, не знаю, она мне прям нравится. Посмотрите, у меня две таких. Вот, наверное, сделаем заставочку. Сейчас заставка есть. Также я купила себе много мишуры. Такая есть мишура. Такая есть мишура. Ну, и еще такая. Еще, в общем, вот такая. Такая, такая. Все, покупки джок вышел, да? В общем, на сегодня это было все. Если вам понравилось мое видео, безусловно, ставьте пальчики вверх.
Подписывайтесь на мой канал, не забывайте, что я вас всех крепко обнимаю и люблю. Всем счастливых праздников, хотя это будет, я думаю, не последнее новогоднее видео на моем канале. Так что... Муа!